Всем привет! С момента релиза джелбрейка для iOS 7 уже прошло более недели, и большинство популярных твиков уже получило обновление для поддержки iOS 7. Более того, на днях было представлено обновление Cydia Mobile Substrate, которое добавило поддержку iPhone 5s, iPad Air и iPad Mini Retina. В общем, я решил составить список твиков, которые и стоит установить большинству пользователей взломанных устройств. Это не будет никакой топ, а просто список твиков, поэтому на нумерацию данных твиков не обращайте внимания. Все эти твики по-своему хороши. Начнем, пожалуй, с твика CC Toggles. Он совместим со всеми устройствами, включая iPhone 5s. Позволяет модифицировать элементы центра управления. При помощи этого твика можно добавить кнопки быстрого переключения или заменить стандартные прямо в центре управления. Твик будет очень востребован среди тех, кто часто включает или выключает сотовые данные или другие переключатели в настройках. CC Toggles абсолютно бесплатен и доступен для установки в репозитории Big Boss. На очереди у нас твик Zeppelin Beta for iOS 7. Он совместим со всеми iDevice, включая iPhone 5s. Твик позволяет изменить отображаемый в статус-баре логотип оператора. Этот твик будет полезен тем, кто хочет освободить место в статус-баре, или просто кому надоела надпись МТС или мегафон в статус-баре своего iDevice. Твик бесплатен и доступен для загрузки из репозитория, который находится в описании данного видео. Следующий твик называется Активатор. Этот твик обладает огромным количеством настроек и совместим со всеми устройствами, включая iPhone 5s. Твик позволяет модифицировать практически каждое действие, которое происходит при нажатии кнопок на iPhone, iPad или iPod Touch. Например, вы можете настроить имитацию нажатия кнопки блокировки при двойном нажатии на статус-бар. Или же при нажатии кнопки громкости будет автоматически открыта камера. Единственным ограничителем доступных вариантов управления будет выступать только ваша фантазия. Доступен для загрузки абсолютно бесплатно из стандартных репозиториев. На очереди у нас довольно старый твик под названием iFile. Этот твик представляет из себя полноценный файловый менеджер для iOS. Радует то, что этот твик получил обновленный дизайн и совместим с абсолютно всеми устройствами, включая iPhone 5s. Рекомендовать данный твик для установки я могу только опытным пользователям, так как он предоставляет полный доступ к файловой системе устройства. Вы можете редактировать не только файлы приложений, но и системные файлы, так что можете что-то удалить и просто-напросто сломать прошивку своего устройства. Твик доступен для загрузки из стандартного репозитория Big Boss, обладает неограниченным бесплатным триалом. Цена полной версии составляет 4 бакса. Но по секрету скажу, что в описании к названию каждого твика я добавил репозиторий, в котором можно скачать этот твик бесплатно. Так что заходите в описание, не пожалеете. Следующий твик достаточно давно пришел на iOS и называется Barrel. Если вам надоела стандартная анимация переключения между рабочими столами, при помощи Barrel можно полностью изменить ее. Твик полностью совместим со всеми устройствами, включая iPhone 5s. После установки твика вы можете выбрать ту анимацию переключения между рабочими столами, которая понравится вам. Приобрести твик можно за $3, ну или как всегда добро пожаловать в описание, там есть репозиторий для бесплатной загрузки. Но помните, что любые твики, которые меняют анимацию или оформление операционной системы, плохо влияют на автономную работу и на производительность. Следующий твик называется Transparent Dock. Он обладает небольшим функционалом, но кому-то он все-таки будет полезен. Этот твик позволяет избавиться от полупрозрачной панели внизу рабочего стола. Он полностью совместим со всеми устройствами, в том числе и iPhone 5s. Твик абсолютно бесплатен и доступен для загрузки из стандартного репозитория. Ну и последний на сегодня твик называется NC All Only. Этот твик позволяет убрать ненужные вкладки в центре уведомлений. После его установки вы будете видеть вкладку «Все уведомления» и только. Твик совместим со всеми устройствами, включая iPhone 5s. В общем, на видео все показано, и я думаю, что вам понятен функционал данного твика. Твик, как всегда, бесплатен и доступен в репозитории Big Boss. Я думаю, что вам понравились те твики, которые я подобрал сегодня. Все эти твики доступны для iPhone 5s, iPad и iPhone и iPod. Я очень старался, подбирая их, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы хотите, чтобы в следующий выпуск подборки твиков попал ваш твик, то пишите его в комментариях, обязательно посмотрю, что вы мне рекомендуете, и выберу самое лучшее. У микрофона, как всегда, был Apple Explosion. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои оценки к видео и заходить в наши социальные сети. Пока!